Решение имени Российской Федерации 17 января 2018 года. Суд Советского района города Махачево в составе председательствующего Джалала Д.А. с участием помощника прокурора Советского района города Махачкалы Арнаутова Л.В. и секретаря Муртазалиевой П.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Гусейнова Абдулла Гусейновича к министру здравоохранения РД о признании приказа от 20 ноября 2017 года номер 40 К.Л.С.У. об увольнении незаконным и восстановлении должности. Руководствуясь статьей 194-199 ГПК РФ суд решил иск Гусейнова Абдулла Гусейновича удовлетворить. Признать приказ министра здравоохранения РД от 20 ноября 2017 года об освобождении Гусейнова от занимаемой должности директора ГБПО УРД Арбунахского медицинского училища увольнение незаконным. Восстановить Гусейнова Абдуллу Гусейновича в должности директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РД Бунакское медицинское училище. Решение в части восстановления Гусейнова АГ на работе подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано на Верховный суд и так далее, и так далее. Председательствующий опечатано в совершенной комнате. Вот хорошо,